Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим, как нам об этом рассказывал инок честной Питерим. Жило 12 разбойников, жил Кудеяр атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим, как нам об этом рассказывал инок честной Питерим. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Сам Кудеяр из-под Киева выкрал девицу красу. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим, как нам об этом рассказывал инок честной Питерим. Днем пировал он и тешился, ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил набеги творить. Сам Кудеяр в монастырь пошел, Богу и людям служить. Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим, как Соловка к нам рассказывал сам Кудеяр Питерим. Браво!